уверенность, благополучие, спокойствие. Именно так мы себя чувствуем здесь, на Правде 59. Здание прародители, точнее не прародители, Автоград как отдельная структура организовался слишком давно, а вот это было первое подразделение. Ну, сейчас это подразделение дает вам потрясающую возможность спокойно, не торопясь, выбрать себе замечательного автомобильного друга, сделанного в Таганроге. Но у этого автомобильного друга есть замечательные, опять же, корейские корни. И самое интересное, я специально не спеша провел время в англоязычной версии интернета. Это базовая версия интернета. Очень многое почерпнул. И сегодня мы расскажем всю историю марки Hyundai. А также и в завершении о том, как удобно жить постоянно с Автоградом. Потому что здесь вас встречают, здесь вас ждут, здесь вам не навязывают свое мнение. А здесь вы имеете полностью собственный выбор. С кем работать, на каких машинах ездить и где обслуживаться. Итак, для того, чтобы понять, почему профессионально люди решили заняться производством корейских автомобилей, надо понять вообще суть понятия профессионализма. Извините, три раза понятие, бывает. Мы вот тоже занимаемся. У автостопа есть свое личное лицо. Да, оно частенько ангажировано, но это не подобие квадроруты. И нам далеко до сегодняшнего состояния души топ-гира. Мы не шоу, мы про правду. А тогда, когда я смотрел Top Gear, это было в 95 году, я видел, что программа создана для того, чтобы ликвидировать безграмотность. Ну, давайте ликвидируем безграмотность и объясним, почему Автоград продает машины от Тагаза, почему Тагаз взял за основу лучший из корейских автомобилей. После Автограда, разумеется, как и после Автостоп, появились другие клоны и клоуны в том числе. На них смотреть просто смешно. Особенно на то, как они к своим людям относятся. Но мы вот своих людей ценим, и Автоград тоже ценим. И все-таки про Hyundai. История марки Hyundai имеет свое отношение к послевоенному обустройству событий в мире. Год 47-й. Организовался одним очень интересным специалистом, тогда ему было 33 года, завод по производству автомобилей. И Hyundai – это по-корейски не что иное, как совершенство. А символ Hyundai, буковка H, стилизованная, это рукопожатие производителя и потребителя автомобилей. Год 67-й. После того, как люди поняли, что ориентироваться надо все-таки на Америку, и меня поймут те, кто ездит на ориентированных автомобилях S-класса, E-класса, автомобили в 124-м кузове, 140-м. Все, кто ездит на X-ах, на Q7, на Audi 6, на BMW 5, 7 и выше. Ну, так вот, поняв о том, что что-то свое лично произвести достаточно сложно, был выбран вариант сотрудничества с Ford Motor Corporation. И уже к началу 70-го года максимальное количество произведенных Фордов Гранада было сделано не в Америке, а их сделали именно в Корее. И начало 70-х годов. Был правительством Южной Кореи выстроен тендер на постройку завода
самого большого в Корее. И тендер выиграл Hyundai. И уже к 73-му году это было просто потрясающее производство, не помню название города. Все, после этого глава этой корпорации разослал всех своих лучших специалистов и инвестировал деньги в создание институтов автомобильных. Как вы думаете, где? А вот сейчас я вам расскажу. То есть электронику и внутреннюю начинку было решено собирать в Японии. Салон, размеры и потребности было решено сделать в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. Двигатель, завод был ориентирован, точнее институт был ориентирован и построен на создание замечательных двигателей в Англии. Ну, Европа ориентирована. Так, те коробки, которые не ломаются, механки, ну где их лучше всего делают? Вопросов нет, в Германии был создан совместный завод и там. И вот к концу 70-х годов уже собственные модели Hyundai Pony были сделаны. Вы их видели везде и всюду, Джеки Чан их долбил, мама не горюй, в каком количестве. То есть, ну, амбиции серьезные, да. 86-й год. Вместе с японским автопромом корпорация Hyundai делает вторжение на американский рынок. Ну, понятно, на американский рынок вторгаться с двигателями объемом меньше 2,4 литра – это несерьезно. Поэтому был сделан двигатель под названием Tetra. И этот двигатель, а затем последовавшие двигатели Lambda и сегодняшний двигатель, я его назову чуть позже, это для покорения Америки. И следующая модель после сногсшибательного Форда Торус, который держал пальму первенства и сейчас ее держит, с 86 по 96 и, извините, с 2008 и поехали, он сподвигнул на создание, ну, серьезных семейных седанов. И сегодня, пожалуй, это единственная марка, которая полностью представлена, точнее, весь модельный ряд Hyundai представлен на американском рынке. Год 2003. Это уже корпорация Daimler Chrysler. При сотрудничестве выпустила, кстати, мы едем сейчас как раз на четвертой версии Hyundai Sonata. Ну, прошу прощения, это был 2001 год, да. Вот. Кто-то может сказать, что модель получилась, ну, чем-то похожей на Jaguar и Mercedes одновременно. Но вот тут мы говорим о том, что я почерпнул сегодня. Уже не лазя по англоязычному, опять же, сайту интернета про Hyundai. Я залез просто на cars.com. Да, думал, посмотрю, сколько стоит там Hyundai Accent. Ну, акценты тоже продаются в Автограде. Вот. Нашел я там машинку 2003 года. Всего за 2000 долларов. А теперь, ребятки, какой был там пробег у этой машины за 2000 долларов? Так вот, пробег это 168 тысяч майлзов. Машины в Америке не перебирают двигатель, не ремонтируют коробки, все это меняется по узловому. И в простом переводе это получается практически 280 тысяч километров. Это, к слову, о надежности. Ну и после этого становится вполне очевидно, почему Таганрогский автомобильный завод выбрал за базовую основу вот эти две марки. Hyundai и SsangYong. Ну, сейчас-то Tagaz Tiger, Tagaz Road Partner, ну и собственная разработка. То есть, ну, я думаю, вы впечатлились, да? И какие машины представлены? Вот теперь я, наверное, все-таки не соглашусь немножко с Владимиром Владимировичем, который сказал, что мы производим отсталые машины. Нет, мы производим не отсталые машины, потому что, опять же, делая скидку на Соединенные Штаты Америки, я вам так скажу. В Америке средний возраст автомобиля – это именно 13 лет. То есть, ну, да, есть люди, которые ажиотажно прыгают и за новыми кузовами, ну, и они у нас есть. А есть люди, которые понимают, что консервативность – это все-таки есть good. И консервативность сейчас на дорогах города ценится. Посмотрите, те старокеды, которые ездят, которые бананом не загнули, это что-то с чем-то. Hyundai Sonata, Hyundai Accent – это тоже консервативно, и это правильно. Потому что, ну, согласитесь, наличие запасных частей. А? Купили новый автомобиль, начинаете попадать, да? Сейчас с
Hyundai, и с тагазами вопросов нет, запчасти в наличии в большом количестве. Оригинальные, не оригинальные, работайте, заказывайте в Автограде, ищите что-нибудь подешевле, возможно, кто-то привезет, пожалуйста. Вот Автограда немножко другая специфика, грамотно продать автомобили, потом ждать покупателя за следующим авто. Теперь цена вопроса. Цена вопроса этих автомобилей попадает, опять же, под президентскую программу поддержки отечественного автопрома. И если у вас Сбербанковский кредит 7% чем-то не устраивает, ну, в принципе, попытайтесь с другими банками поработать. Я думаю, что выберите Сбербанк. Ну, тем более, что этот банк нам кое-чем обязан, нашим бабушкам, отцам и дедам в том числе. Теперь, что из себя представляет Автоград на улице Правды? Это спокойное место, где можно, не торопясь, выиграть бюджетный автомобиль, а учитывая то, как у нас ездят отдельные ездуны и ездюки, и количество автомобилей, битых в городе каждый божий день, это что-то с чем-то, опять же, специфика Магнитогорска, то, раздолбав свой автомобиль за 700, за 800 тысяч рублей, а такой автомобиль вы тогда покупали по другой таможне, а сейчас это будет другая, опять же, таможня, и такая машина будет стоить 1 200 000 как минимум. То есть, ну, подумайте, да, что можно взять. А можно взять себе тут же, не отходя от кассы, нормальное авто. Можно пытаться даже не брать автомобиль в прокат. Вот, да. Теперь посмотрите, что мы сейчас вам продемонстрируем. Мы вам продемонстрируем полки с автомобильной резиной, мы вам продемонстрируем диски, масла и все остальное. И вот теперь я хотел бы сказать о том, что да, кто-то может ликвидировать свое производство, да, кто-то может торговать, ну, немножко стареньким товаром, ну, это его право, как бы, не проблема, почему нет. Вот, ну, у Автограда другой принцип и другой подход. Тем более, когда они работают и являются официальными представителями Bridgestone, Мишлен и Нокиан. Сейчас и сегодня можно ездить на автомобильной резине, используя и специальную гарантию. Теперь, если вы не будете буксовать, а будете нормально и адекватно работать себе, ну, не портите ни настроение ни себе, ни людям, которые не спеша пытаются разобраться с вашим автомобилем, такое бывает, но проблемы не исключены, вы становитесь VIP-клиентом от Автограда. А VIP-клиент вполне может рассчитывать на пожизненную гарантию, ну не на пожизненную гарантию, на годовую гарантию на автомобильную резину, проколы или порезы. То есть главное вам не забыть сертификат с собой взять. И, пожалуйста, везде, где есть шинные центры Vianor, Pole Position, вот, и Retire Plus, по дороге меняйте свое колесо, даже если вы его проживали. Вот, да, автохимия, масла и все остальное. Если вам кажется, что цены кусаются, но, опять же, купив автомобиль в Автограде, вы получаете, вот как я, допустим, да, 10% скидку. И тогда уже цены перестают кусаться. Потому что, ну, согласитесь, 10% от 1500 рублей – это 150 рублей, и это немало. Вот. Ну, а остальные вещи просто не представлены нигде. То есть большое количество автохимии, аксессуаров и всего остального. Ну, про диски – это песня отдельной передачи. И все-таки, да, допустим, диски хромированные. И тут один единственный вопрос возникает. Все-таки, может быть, стоит вернуть и доллар, и евро с показателем, простите, октября прошлого года. И тогда все вернется на круги своя, счастье нам привалит по самые уши.